Всем здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Посмотрите, что у нас сегодня творится в Кургане. Снег, метель, передавали месячную норму снега. Сегодня 14 марта. Представляете, что творится? Вот так вот у нас зима не хочет покидать. Вот смотрите, какой сугроб. Даже вот снегу, смотрите. Вот такой вот у нас март месяц, можно сказать так. Зима конкретно воюет с весной, но не хочет идти. Вот все-таки же красиво же, правда, да? Вот что значит наша деревенская жизнь. Деревня намного лучше. Вот так-то как-то все легче переносится. Собаки лают, птички орут, кошки мяукают, снег идет. Воздух свежий, всегда дышим свежим воздухом. Не квартира. Вот как-то вот так вот, прям метель. Это наша улица. Вот наша улица, вот наша зима. Представляете, что? Вот так как-то. Это мои собаки лают. Султан Сулейман. Мои мальчики лают. Вот видите, метель, видите, метет как снег. Кстати, это наш гараж. Вот так как-то. О, фонари наши. Вот фонари. Вот наш гараж. Вот мой домик. Вот мой любимый домик. Кстати, знакомьтесь. Нашему дому 100 с лишним лет. Это дом у нас еще нашему деду попался, как бы это, ну, осталось от деда родительский. Родители с деда. Видите, даже у нас дед был ветеран войны. У меня даже табличка написана. Вот он, видите, табличка. Что? У нас типа здесь жил. Как участник Великой Отечественной войны 41 по 45 год. Это наш дед. Это его дом. Так что вот он нам достался от него. Я в нем счастлива, поверьте, честное слово. Я в своем доме так счастлива. Даже, блин, я всем пожелаю такое счастье, как я живу. Дай Бог всем счастья. Здоровья. Главное, чтобы было здоровье. И немножко тепло и погода. Все-таки весна идет своим чередом. Вот сказочный домик. Представляете, какой сказочный домик, правда ведь? Вот сказочный домик. Мне он нравится. Знаете, чем нравится? Вот смотришь и на раз, вот мультики, там, не знаю, сказки вот эти с тех времен. Вот ели такие были, еще и домик. А чем вот таким вот образом мне нравится сказочный домик? Вот это вот наша улица. Это наша улица. Вот мой дом. Ой-ой, смотрите, что творится, видите, у нас такая вот зима. Та-да-да-да. Ну, передавали месячная норма и метели 15-17 метров в секунду. Так что вот, вот тебе и погодка. Так что вот, всем пока.